Всем привет, с вами канал Футбол это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу легендарную рубрику Форд ФИФА, и легендарный сезон тоже продолжается. Сегодня уже 7-й выпуск, нам осталось закрыть в стартовом составе всего лишь несколько позиций, чтобы были все иконы в основном составе. Ну и также нам нужно ловить праймов. Наконец-то уже у нас вроде еще нету ни одной прайм иконы, но есть много игроков, у которых эти карточки есть. Ну что же, по традиции в самом начале открываем 5 золотых игроков на футхеде. Нет, 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 нет. И последний, 5-й игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит наша команда. Если я возьму любого защитника из иконы, поставлю на позицию Хуанфрана, то уже будет у нас падать Химия. Также, если я вместо Салаха поставлю, например, там Ривалда, ЛВшника, то это тоже будет падать Химия. Потому что у нас вот только Мальдини на центральном защитнике, и он на позиции сейчас левого защитника. Но у него карточка центрального. Ну что же, будем надеяться на Роберто Карлоса, на Пуйоля. Кстати, можно было бы Пуйоля, у него есть 86-я, поставить именно на Хуанфрана. Мы, может быть, это в концовочке все-таки сделаем, что некоторых игроков, которые у нас есть выше рейтинга, мы будем брать их низкорейтинговые. Например, у Петита Эммануэля есть карточка левого защитника, так что, может быть, что-нибудь бы из этого и выйдет. Но именно когда мы уже получим все прайм, которые нам нужны. Это минимум 6. Ну что же, а пока что мы переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 9-е место, пережил 91 соперника, и за это получаю 46 золотых игроков. Ну что же, большое открытие нас с вами ждет, потому что я пережил 91 соперника, как я уже сказал, за это я получу 46 золотых игроков. За то, что я занял топ-9, это я вошел, получается, в топ-10, я получаю 20 золотых игроков, это уже 66 золотых игрока, и еще 5 специальных игроков за одно мое убийство. Ну что ж, начнем наше большое открытие. Первый игрок. Нет, 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 нет. Ну что ж, друзья, вот она наша икона. Это Руи Кошта 90. У него нету прайм-карточки. Поэтому мы его, наверное, даже уже и брать не будем, потому что у нас очень много игроков с таким рейтингом уже, у которых есть Prime, но вот у Руи Кошты нету. Поэтому это первая наша икона, о которой мы говорим уже нет. Нет, 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 не считается. Нет, 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 нет. А вот и наконец-то икона на правого вингера. У нас там стоит Салах. Мы его, естественно, теперь убираем, потому что есть у нас Джордж Бест. Есть у него также и 94-я Prime. Это его среднюю версию. Мы поймались еще и 93-я. Поэтому это же, конечно, да. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь мы открываем 5 специальных игроков за наше убийство. Первый игрок. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, казалось бы, у нас было это огромное открытие. 66 золотых игроков. Еще и 5 специальных. Но вот только вот Best у нас попал в стартовый состав. Ну теперь нам, скорее всего, придется менять Пуйоля. Может быть, мы даже вот поставим Пуйоля 86-го на правого защитника. Ну а вместо Пуйоля тогда Хуанфрана тогда поставим уже Руи Кошту, который нам, кстати, выпадал. Так что не зря он нам, наверное, выпал. Но это чуть попозже. Пока что переходим ко второй игре Fortnite. Thank you.
Итак, занял я 18 место, пережил 82 соперника, получаю за это 41 золотого игрока. Ну что же, последнее открытие на сегодня. 41 золотой игрок. Первый игрок. Нет, 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 нет. А вот для нас новая икона, это Деннис Беркамп. У него есть 92 и 93 Prime. Мы, наверное, все-таки возьмем. Нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также уже скоро на финале Лиги Чемпионов, в котором встретятся Ливерпуль и Тоттенхэм, мы запустим стрим до финала за пару часиков где-то. Поиграем в FIFA, поиграем также с вами, так что в группу ВКонтакте вы тоже можете подписываться и писать свои никнеймы в PlayStation. И мы выберем, с кем нам поиграть. Будем мы играть с Максимом вдвоем против вас одного. Но если хотите, можете и друзей также подключать к себе в команду. Поиграем, наверное, все-таки не в Ultimate Team, а вот именно настоящими составами. Может быть, даже и финал Лиги Чемпионов против подписчиков тоже сделаем. Ну что же, большое вам спасибо за просмотр. С вами был Андрей Хорев и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания. Моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни, и цель одна.